Минтруд не поддерживает введение налога на бездетность. Министерство озабочено повышением рождаемости в России, но карательные методы в этом отношении не сработают. Министр труда Максим Топилин дал комментарий Лайфу. Позиции, мы вас уже спрашивали, вашего министерства о предложениях о налоге на бездетность. Так, отрицательные, конечно. Отрицательные? У нас другие предложения мы готовим. А какие? Стимулирующие, а не наказывающие. Да, тем более, вы же как раз недавно президента докладывали вот об этой концепции. Уже есть какая-то ясность, потому что на открытой части встречи это пока было... Пока ясности нет. Угу. Прорабатываем предложения, но они связаны с поддержкой населения, поддержкой рождения, а ни в коем случае конечно. Не с наказанием. Накануне идея налоги на малодетность прозвучала от директора Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Проект закона он отправил Владимиру Путину. Российские политики почти единодушно раскритиковали идею ввести в России налог на малодетность. Юрий Крупнов не нашел поддержки ни в Думе, ни в Совете Федерации. Она ведь не отпустит.